Согласно оценкам агентства Bloomberg, Джефф Безос, основатель Amazon, уступил пальму первенства Илону Маску в общей стоимости личных активов. Их итоговая оценка у основателя Тесла приблизилась к 189 миллионам долларов, в то время как общая оценка имущества Безоса составляет 187 миллиардов долларов. Илон Маск смог увеличить свое состояние больше, чем в два раза за 13 месяцев. Больше подробностей о его уникальной истории успеха ищите на нашем сайте.